Для людей, которые сегодня в Махачкале радуются победе Хабиба Нурмагомедова, у этой победы разный вкус. Для кого-то Хабиб Нурмагомедов в первую очередь мусульманин, который защитил свою веру. Для других это человек, который защитил честь своего отца. Мы все знаем об этом конфликте с Конором Макгрегором, которым, в общем-то, и закончился бой Хабиба Нурмагомедова в конце концов. Для других это россиянин, который защитил честь своего флага. Отличный бой, я так и знал. Поздравляю всех дагестанцев, кто за Хабиба болел. Всех братьев поздравляю, это наш праздник. Хабиб чемпион! В небогатой республике, где для молодых людей не так много способов устроить свою жизнь, один из самых главных – это спорт. Прийти в спортивный зал, добиться больших спортивных результатов и устроить свою жизнь. И Хабиб Нурмагомедов сегодня показал им, что это возможно. Махачкала празднует, Дагестан празднует, и здесь стоят машины из Грозного. И в Чечне, значит, этот матч смотрели, и в Ингушетии, я знаю, смотрели в Магасе на главной площади. То есть люди счастливы, и им эту победу подарил Хабиб, и, в общем, наверное, этим все сказано. А спорт какое место занимает в республике? Второе место. После? После религии. Хабиб? Хабиб чемпион.